а звездную кошку ты меня пригласишь, а? Я умру, если ты не пригласишь. Привет, друзьяшки, котятки, меня зовут Варя. Сегодня мы играем в игру ПКХД. И сегодня я снимаю стрим не одна, а с звездной кошкой. Да, ребят, вы ее уже давно знаете, я с ней уже снимала. Так, подожди. Звездная кошка, пожалуйста, не останавливайся. Сейчас я пойму, с какой надо. И... Ну танцуй ты уже, господи. Не понимаешь, что ли? Жаль, что она не может меня слышать, потому что тогда она поняла. Вот, ребят. Почти одинаковая звездная кошка. Звездная кошка, не забыла, что мы начинаем это. Я также свой канал называю. Я почему я ее называю звездная кошка? Потому что у меня так канал называется. Вот. Ну, давайте я. Мне больше нравится все-таки Star Cat. Не могу поверить! Ты что прервала связь? Ребята, а вы помните с ней коллапчик? Помните, как мы там синхронны, как сейчас? Не, она немножко притормаживает. Она... Мы почти синхронно. Я побыстрее просто танцую. Вот. Я ее отправила, смотрите, в частный мир. Мы с ней только вдвоем. Звездная кошка, если ты сможешь это видео, то ты помнишь, что со мной сегодня было. Я надеюсь, ты поняла мою причину. Если ты будешь смотреть это видео, давай я объясню. Смотри. Чего? Она исчезла? В смысле? Да в смысле? Я тоже хочу. Нужно приглашение. А звездная кошка, ты меня пригласишь, а? Я умру, если ты не пригласишь. Звездная кошка, пожалуйста, пожалуйста, умоляю, да, впусти в мир. Ну там приглашай. Ты хочешь одна побыть? О, надо галочку срочно. Все, ребят, телепортируемся. Господи, мамочки, я думала, она просто хотела побыть одна. Мне тоже такое бывает иногда со мной. Ты хочешь побыть одной? Блин, телефон грохнулся. Ладно, все нормально. Она уже на ракете, нормально. Звездная кошка, если ты не поняла, давай я тебе объясню. Смотри, сколько у меня лайков. Так, звездная кошка, объясни. Да, вот смотрите, у меня 914 лайков на дом, а вот у нее уже 1015. Вот это меня и расстроило. Звездная кошка, если ты не поняла, то просто я расстроена, что у тебя лайков больше. Я тоже только хочу. Хотя мне даже кажется, что у Даши плей больше. Потому что у нее уже давно 1000 набралось. Вот! О. Ребят, вы еще спросите, почему я так делаю. Где она взяла эту диадему? А, я тоже хочу. Да на, держи, блин. Ай, что у меня живот не укает, не помню. Ладно, смотри, наверное, это ее подружка. Давайте я тоже поставлю лайк. Давайте я ее поддержу. Давайте заглянем в ее домик. Да, звездная кошка, это твоя подружечка, да? А, ну да, конечно, ее подруга. Как бы она ее пригласила? Поэтому это ее подружка, наверное. Да, это не наверное, это точно. Потому что приглашать можно сюда только друзей. Вот как-то я приглашала уже Родиона, у нас будет ребеночек. У меня сейчас такой смайлик грустненький. Окей. Что там с телефоном? О, давайте сфотографируюсь. Давайте я ее прям полностью сфотографирую. Только
Блин, она в телефоне сидит. Ладно. Подождите, давайте подальше отойдем. О, давайте прямо с ее подружкой. Это так мило. Подружка, подойди. Подойди ко мне. Старкет. Ну-ка, Старкет, подойди. Или ты, Старкет, подойди к ней. А, давайте я их прям вообще сбоку сделаю. Так вот. Сюжет. Манку. О, нет, нет, нет. Ты шевелитесь, пожалуй. Лойс там. Эй! Ай! Встаньте просто рядом и все, дайте я сфоткаю. А, подождите, у меня шлемит, по-моему, да? Подождите. Нет, мне не видно, подождите. У меня вчера, наверное, был лимит, и я... А, ну ты не меня, я поняла, ты не меня, ты Старкет хочешь. Не скажи... Я Старкет! Старкет! О, Старкет. Я Старкет. Давайте я прям сфоткаюсь, мы с ней едем. Ой. Ой, правда, ее волосы закрывают. Стоп! Чего? У нее тоже такие волосы. У нас волосы одинаковые, правда, разных цветов. Видите, у нее просто вот такого цвета, а у меня черные. Ну, хотя, мне кажется, надо поменять. Надоели черные. И вообще, мне кажется, скин надо поменять. Мне уже такой надоел. Ребят, если что, предупреждаю, я поменяю скин скоро. Потому что я уже устала в нем ходить. Мне уже надоел этот Пикачу, если честно. Вот, я хочу его снять и открыть себя, и сделать другой скин. Хочу сделать из того, что мне нравится. Не из-за того, что я блогер, а из-за того, что мне нравится. Может быть, я вообще... Я вспомнила одну броню, потому что я чуть не каталась на роликах. О, у нас ботинки одинаковые. Старкет, я тебя поздравляю. И может быть мне взять это... Ты... Старкет! Объясни! Старкет! Ты что творишь? Объясни мне, а? Объясни, что происходит. Не понимаю я. Мне больше лайков. Так, девочки, простите, поставьте на мой дом. Поставьте лайк на мой дом. Я хочу 1000 тоже. Как у звездных, как у Старкетти. Окей. Так, так, так. О, у тебя этот дом. Блин, ребят, я жду следующего обновления, потому что пока я жду, не так кайфово ничего. Я просто хочу новую броньку. Здесь вот нормальных броник нету. Там только старые. Вот, они старые. Ой-е. Они старые. Эти вообще какие-то белым. Они, тем более, они дорогие. Я не хочу. А. Так мне будет их хватать на следующий месяц. Но я их не куплю. Мне прям все равно не нравится. А вообще в следующем месяце у меня будет 500-тик. А может быть 600-тик, если не потрачу. А может быть 700-тик. Так, Старкет, объясни, пожалуйста. Ты что, дерево целуешь? Она дерево целовала. А зачем ей дерево целовать, не поняла. Ну ладно, хочешь целуй. Ну, конечно, это не мое дерево. Целую вам. Гримашек. Ребят, напишите в комментариях, правда, что гримашек, что гримашек ядовитый. Или что это, не знаю. Но у меня в игру спасибо. У меня там миллион поганок растет. И мой друг Тёма их палочкой. Тик-тик. И все. Правда, там все равно осталось, но я они ядовитые мухоморчики. А, или поганки. Так, у нас Лавинья. Это не Лавинья на самом деле. У Лавиньи она партнерша. И у нее 20 уровень, как у меня. И у звездной кошки. Стоп, а есть у нее друзья, у которых уже 20 уровень? Например, у меня есть... Подписчица Даша, я на ее канал тоже подписана. У нее уже 20 уровень, то есть все, она уже игру почти прошла. Ну, в смысле, она прошла эти... Интересно! О, давайте вот здесь фоткаюсь, офигеть, офигеть.
Давайте с этим написью. А чего так мало стало? Же раньше было больше, не понял. Ладно, давайте сделаем такое, что ли. Красиво. Мне очень нравится. О боже мой, я потратила монеты. Это самое ужасное в мире. А где звездная кошка? Так, у меня начала Варя паника. Дом Варвара пока XD. О, господи, ты меня напугала. Зачем так пугать? О, кто поставил на мой дом лайк? Признавайтесь. Либо ты, Старкет, либо ты. А если Старкет поставил? Так, Старкет, ты поставил? Все, бай-бай. Запусти там меня. Эй, ой, два космонавтика. Уи, пока. Ой. А в смысле она сквозная потом? Бай-бай. Так, Старкет. Ой, она грохнула. Эй! Я хочу. Эй, меня соскользнула. Ай! Что? Никого не запускать. Стоп! Я хочу. Звездная кошка, я хотела давно тебе признаться. Слышали ли вы что-либо подробнее? Запись. Я записываю. Сегодня мы запишем видео для моего канала. Достаю тачку. Все туда ее. Все друзья звездной кошки. Ой, Старкет поместится туда. Хорошо, что их трое, а не четверо, потому что уже четверо это перебор, потому что вот я за рулем и еще кто-нибудь. Садись ты! Все, поехали тестить. Вали-вали-вали, многие. Слушайте, мне, может, мне тоже волосы перекрасить уже? Кайксты. Так, ты что? Ты что, хрустишь? А что ты ешь? Ты что ешь? Ты что ешь? Ты пельмени ешь? Я пельмени только что поела. Ну, перед стримом. Хочешь со мной... вы сговорили, что ли, с этими друзьяшками, башками? Все, все, ты будешь танцевать? О, господи, мамочки, звездная кошка, я за тебя испугалась, это у меня была одна под... Да не обязательно одинаковая. Короче, давай, дэнси. Итак, ребят, если вам понравилось это видео... Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои видосики. И всем пока-пока. О, а что, я не поняла? Пока-пока. Вжух.